Может, хватит топтать вала здесь и пойти туда? Да, моя тетушка же не гожила там. Старую коргу выселили. Да? Да, да, выселили. Потом... Где там, блядь? Чего? Ее выселили? Мыши? Мыши? Я думал, крысы. Нет, крыса снаружи, мыши внутри. Да, но если мышь выйдет наружу, она станет крысой. Если крыса вбежит в дом, она мышь. Я не видел мышей снаружи, 100 пудов. Потому что они крысы, кретин. Черт. Блядь. У тебя железная логика, ты Спиноза. Что вы говорите мне? Тебе расслабить? Я сделаю для тебя все. Все, что хочешь. Ну, только эти с пушками. Так, подождите. Мыши, а я думал крысы. Она говорит, нет, крысы снаружи, мыши внутри. Да, но если крыса забежит в дом, она становится мышью. А если мышь выбежит наружу, то она крыса. Я, говорит, не видел крыс внутри, потому что они мыши. Ебать! Ебать!